Саша, прекрати! Привет, это я. Передо мной сейчас лежит лист бумаги, который представляет из себя набор вопросов, или же, попросту говоря, централизованный экзамен по химии. Вопросов всего 10. И не стоит забывать, что это только первая часть. Вероятность ответить самому правильно на все вопросы составляет 1,7 к 10, так как коэффициент усвоенной информации в последнюю ночь перед экзаменом необъяснимым образом резко снижается. И вот я сижу перед экзаменатором, который пристально наблюдает за каждым движением головы. Амплитуда вращения, которая в лучшем случае может достигать 20 градусов относительно листа заданий. Таким образом, осуществляется контроль за нарушителями правил. Теми, кто хотят списать у соседа, воспользоваться шпаргалкой или любым другим образом дискредитировать школьные правила. И все было бы ничего, если бы преподаватель проявлял энтузиазм. А когда ни энтузиазма, ни малейшего интереса к предмету нет, то и увлечения им тоже нет. Что остается делать? Ответ очевиден. Но переводной экзамен штука серьезная. Вам разрешается принести с собой в класс две гелевых ручки, шоколад и паспорт. Затем, после нескольких десятков минут томления в коридоре и ожидания своей участи, вас, наконец, впускают в класс. И вот, вы сидите на экзамене. 45 минут начали свой ход в обратном порядке. Перед вами лист с вопросами, а за вами пристальный взгляд учителя. Ах да, вариант сесть за последнюю парту исключается, так как сидеть вы обязаны строго в соответствии со своими номерами. Как правило, это первая парта, прямо перед столом учителя. Как насчет шпаргалок? Человек всегда стремился иметь возможность поделиться своей информацией с другими людьми и найти надежные средства для ее передачи. Но со временем передавать ее стали не всем. Люди придумали шифровку. Загрузить информацию в свой мобильный телефон не составит никакого труда. Но вот незадача. Вы пришли на экзамен и обнаруживаете, что ничего из того, что вы вписали в него, нет в экзаменационном листе. Вы закачали не то. Что дальше? Вы набираете сообщение знающему человеку, который, если повезет, ответит вам спустя порядка 20 минут. Прибавьте к риску быть пойманным затраченное время, и вы не успеете осознать, что до сдачи у вас осталось около 5 минут. В общем, это вряд ли сработает. Экзамен. Это игра на выбывание, где каждый играет до последнего. Как говорили великие мудрецы нашего мира, знать всего невозможно. Поэтому приходится обращаться к другим методам. Бомба, или так называемая рыба, лист с готовыми экзаменационными заданиями. Но, как известно, в школу экзамен поступает в конвертах и вскрывается строго за несколько минут до начала. Знать ответы невозможно. Архивка. Напечатанная очень мелким шрифтом шпаргалка, которую с легкостью можно спрятать, например, в рукав. Но, опять же, нервные клетки не восстанавливаются. Этот вариант отпадает. У вас есть две гелевые ручки и шоколад. Можете попытаться блеснуть сообразительностью, и, может быть, вам это удастся. Но не мне. Продолжая сидеть под пулевой очередью пристальных взглядов, бьющих в цель раньше, чем вы успеваете достать ее из потайного места, наводит на мысль о том, что выхода нет. Или есть. Правила проведения экзамена гласят о том, что выходить в туалет можно только по одному. А значит, первое, что вам нужно, это дождаться своей очереди. Затем
Вам надо выйти из класса, пройти шагом 50 метров, не вызывая подозрения, открыть дверь, сделать задуманное, обязательно спустить бачок, вернуться и повторить то же самое 3, а то и 5 раз. И вас можно поздравить. Вы только что потеряли 30 минут ценного времени. Вам крышка. Еще вариант. Позвонить учителю на телефон. Она поднимет трубку, выйдет из класса и ответит на звонок. Но вот незадача. Номер должен быть знакомым. И скорее всего она уже отключила свой телефон. Значит, мы кладем запасной телефон, в котором включен звук, ей сумку, а неизвестный номер определяем как важный. Чтобы узнать номер, по которому нужно позвонить учителю, надо спуститься на второй этаж, на 12 ступенек, прочитать график консультаций и обратить внимание на контактный номер. После этого набрать номер, вернуться в кабинет и надеяться, что учитель уйдет поговорить за дверь. Тем самым получить около 10 секунд, чтобы заглянуть к соседу и ответить правильно на вопросы. Но если учитель не ответит на звонок и повесит трубку, ты пропал. А теперь вернемся к реальности. С чего вы решили то, что у меня есть деньги, чтобы купить точно такой же телефон? Забудьте все это. Вам не нужны шпаргалки, ручки или шоколад. Не нужно выходить в туалет или придумывать развод с мобильным телефоном. Все, что вам нужно, это знать свои 2 ответа из 10. Но в остальном вы узнаете, если у вас есть друзья. Вы откроете для себя новый язык, который вам даст ответы на все ваши вопросы. Ведь человек всегда стремился иметь возможность поделиться своей информацией с другими людьми и иметь надежные средства для ее передачи. А потом люди придумали шифровку, чтобы лишь знающие смогли понять значение послания. Но об этом никому не надо говорить.